Одесситы не пропустили заезжих гастролеров с российскими паспортами, заявил Михаил Саакашвили. Годовщина трагедии 2 мая прошла мирно и без серьезных потасовок. Одесса – это не игрушка. Одесса – это не фишка в планах врагов Украины и планах тех людей, которые хотели бы подорвать мир Украине, разрушить Украину. Правоохранители были готовы к инцидентам. Полиция сработала быстро и не допустила ошибок 2-годичной давности. Были маленькие эксцессы, незаметные. Где-то 40 человек были доставлены в райотдел. Из них 38 административными правонарушениями, 2 уголовным. И сейчас в данный момент идет следствие. Напомним, около 3000 правоохранителей были привлечены для охраны из разных городов. Часть силовиков останутся в городе до 10 мая. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.